Работаю с прицепным тем компактом Гигант 10. Технику устраивает полностью. Первый год, пока на гарантии, выжимали с нее, если честно, это все соки. Перелопатила эта машина очень много гектаров. Я даже не могу сказать, сколько. И две смены работали, между прочим. Замечаний как бы нет. Писки как бы тут. Разговора нет, очень сложно идти как бы. На любой технике по пескам сложно идти. Но это как бы притрамбовывает хорошо землю. Предпассивное делает. Второй сезон особо ремонтов не было. Подшипники и то это там за сезон два подшипника поменял. Ну и после зимы уже дефектовка была. Тут нечему ломаться, я же говорю, только подшипники, ну это расходники они как бы. Но они не обслуживаются, они не смазываются. Наконечники эти там тоже, это тоже расходный материал как бы. Ребята молодцы, помогают сервисом, все обслуживается вовремя, помогаю с ремонтами. I could be such a gentleman, buy some of my cars would fill.